Ай, класс! Ух, колючий! Ну, давай, дядя. Вода, ну, холодная, она не теплая. Сейчас назад побежит. Такая, да? Ободряющая. Да не бойся. Ну что, время обеда. Пойдем сейчас готовить, кушать. Ну, как-то вот так вот, ребята, мы проводим свое время. Заодно и вам показываем. Сходить к автомобилю. Я как говорил, что автомобили стоят в начале. Сюда на личном автотранспорте не пускают. Ну, километра три, наверное, надо пройти. Дорога... Кстати, детский лагерь. Да. А как он называется? Ну, вижу, да. Мурадын. Детский лагерь. Морозы. Морозы, Мурадын. Ну и смысл по этой дороге километра три. Три раза будем речку переходить. Одна и та же виляет. Вот. А туда дойдем, я вам покажу. Вот сейчас буханка едет, смотрите. Вот эта буханка всех и развозит. То есть люди приезжают в эту буханку, люди вещи ложат и катаются. 350 рублей. Переходим второй раз одну и ту же речку. Ну и вам покажу. Лопухи растут. Написано: родниковая вода. Хотим попить. Как это все работает? А, насос. Включаешь насос. Ну и вот так. Дошли мы до машины. Вот наш автомобиль. Вот смотрите. Здесь, в принципе, все автомобили оставляют. Весь автотранспорт стоит здесь. Тут есть и домики. Можно снять. И там домики. Здесь домики стоят. Все по факту приезжаете, если есть места. Вот. Потом доходишь до того помещения, где касса написана, оплачиваешь за человека 100 рублей. Отсюда тебе сажают в буханку, твои вещи забирают. Ну и откуда мы шли, по той дороге все едут. Такой краткий обзорчик вам. Сейчас кое-какие вещи возьмем и пойдем обратно. Смотрите. 1200, 6 часов, баня. На колесах вам подкатывают, если вы хотите. То есть банечка, смотрите, нырнул. А давайте зайдем. Нам разрешили посмотреть. Мобильная банька. Ну, тепло. Ну, потому что и на улице тепло. То есть можно попариться. Ну, все, конечно, простенько. Все сливается вниз. Все, в принципе, достойно. Вот. Так что, если приедете, захотите заказать банечку, пожалуйста. Ну, а я так понял, дрова надо самому искать, да? А, ясно. Здесь топочка. Вот, видите? Все. Так что, если есть желание, приезжайте. От Оренбурга 200 километров. Ну, такой природы поблизости у нас нету. 200 километров, приехали, походили, покупались, по горам полазили. Так что супер, ребята. Так, ребята, что мы будем кушать? У нас все просто. Тушеночка, вермишель, картошечка. И зелень. На инфракрасной печке. Баллон 5-литровый. Вот, так что сейчас будем кушать. Есть уже охота. Походили туда-сюда, обратно, покупались. Вода вроде... И холодная, с другой стороны, вроде нормальная. Так что все довольны. Ждем, ждем. Вам всем приятного аппетита. Yeah.
Давай все уже. Все, врубай. Ну вот, мячик поиграли. Сейчас солнышко. Вот видите, за гору спрятался. Более-менее нормально. Ну, в принципе, на день, на сутки, на двое суток, если приехать, вообще отлично. Природа хорошая. В принципе, за 100 рублей с человека все с собой привозите. Палатки, матрасы, еду. В основном консервы, тушенка, там, вермишель, картошку. Ну и все. И можно смело прожить. Вода отличная. Вот, то есть все условия здесь есть. Вдоль аллеи стоят туалеты, стоит мусорка. То есть для вас все условия. Здесь самое главное чисто. Никто ни с кем не ругается, спокойненько. Место нашел, заехал. Через каждых, наверное, метров 100, говорю, туалеты стоят. Баки мусорные. Так что все прекрасно. Сейчас он мячик укатился в воду, пришлось сплавать. Сначала холодно, а потом ничего, нормально. Папа, что у меня-то? Давай. Давай, что? Ох! Опасно! Папа. Было опасно! Есть! Работаем дальше! Ну что, друзья, сказать вам. День. Плотненький у нас получился. Походили, ножички свои потоптали. Давно не ходил, не забирался куда-либо. Ощущения, впечатления, что у меня, что у сына, отличные. Так что, если будет возможность, конечно, приезжайте. От Оренбурга 200 километров. Но впечатление на все 100%. Помните, голыши по речке кидали, и они отпрыгивали. Сейчас я попробую. Смотрите. Раз. Нет, не получилось. Еще разок. Два раза получилось. Три раза получилось. Ну-ка, посильнее. О, уже интересней. Чуяк? Нет, интересно. Собирать типа. Ну да. Сипашка вот такая. Есть! Морж, блин! Глубоко, слушай. Очень. Чё? Ну все, немножко есть. Я же говорю, так работают бобры. Мам, привет, поплыли. Хатки строят. Ну иди, забирай. Друга тащи, друга. На нем же есть нельзя, за, даже говорю. За хвост не берите, оторвет она его. Не отпускай моего друга. Привет. Привет. Ящерица, господи, боже мой. А что с ней? А что, она замерзла, что? Бери, иди туда. Вот это она в путешествие отправилась. Давай. Что, живая? Чашка до балабоси. Тепло. Смотрите. Там камни такие скользкие. Чуть ногу не как тебе работа, бобра? А, смотрите, ну, на меня! Вода уже теплая, кажется. На мне жить, на мне. Жестко. Ну? Там сучок, возьми другой. Надо брать другой. Уничтожить. А что, скоро вечер. Колем дровишки. Мы в Оренбурге первые. Ну вот, дети тренируются. Тренируются. Дров у нас много набрали. То есть костерчик будем жечь. Все у нас будет нормально. Так,
Чевапчичи, или как называется у нас? Как вкусно! Да как же вкусно, когда еще никто не пробовал. Я все равно знаю, это 100% должно быть вкусно.